Друзья, всем привет! Сейчас 3 часа ночи, 2 августа. Сегодня великий праздник, день воздушно-десантных войск. Ну и сегодня также, как сказать, 2 августа, Ильин день, именины всех. Илюх, с праздником! Я со своим помощником выезжаем сейчас в Луганск для того, чтобы передать нашим воспитанникам, которые проходили довоенную подготовку, гуманитарную помощь. Ребята вышли на нас, просили в первую очередь аптечек. Вот, но мы много что собрали, в принципе. Я не скажу, что это глобально, но все-таки ребятам будет приятно. Огромное спасибо нашему женскому движению «Верю в себя, родной». Огромное спасибо Павлову Андрею Васильевичу, президенту компании «Zen Group», который помог моим друзьям и силам неравнодушным. Вот такие у нас подарочные пакеты, ярополковские. Вот. Купили мы аптечки, потому что они попросили, так скоро они выходят за ленточку, и, соответственно, у них нет аптечек. Мы 18 штук аптечек сделали. Вот. У каждой наклейка шеврон нашего клуба. Ну, не говоря про то, что Москсити, оператор, мой друг, помощник Виталик, собственноручно законсервировал гречку с мясом и борщ. Вот, различная небольшая утварь строительная. Вот. Также передали коптер, очки. Очень надеемся, что ребятам все это действительно в какой-то степени не понадобится, потому что даже когда я служил, всегда говорили, главное, чтобы вы не применяли свои навыки. А так, всех с праздником, дорога, я думаю, будет быстрая. Сейчас раннее-раннее утро, и надеюсь, уже к вечеру мы все-таки ребятам все это передадим. Победа будет за нами! До Миллерово 370 километров. Сейчас будет смена поста. Я буду спать, а Виталий будет вести. Спасибо, Россия. Итак, все, мы пересекли границу. Мы оказались в ЛНР. Ехать до Луганска нам 1:15. Вот Russian Federation. Красавчик. По станице едем. В объезд куда-то. Сюда. Да. Да, ребят, приветствую. Прямо. Собственноручно у нас девчонки делают. Вот, это вот. Нет, ну это как бы «Верю в тебя, родной», все, да, вот она же, это Софья, да, все передала. Да, все. Так, спасибо. А это ведь Виталик собственноручно делал. Давай, да. Говори, что ты сделал. Короче, сделал, смотрите, парни. Да, это не тушенка, это я сделал, это все говядина, так что может есть. Это все домашнее, вот это там на одного человека, это борщ. Это борщ. Сюда добавляйте 200 грамм воды, вот, и на двоих будет нормально. Это не покупное, это я сам все делаю на пробу, если понравится. Еще раз привезем, да. Да, пишите, звоните, приготовлю. Тебе? Да, вообще буду беречь, как знамя. Придержи поменьше. Куда у нас? Да. Я сам в прошлом воевал, но правда, без коптеров, когда еще их не было. Террористы не применялись. Так, смотри. Флаг моего родного клуба. В Дагестане были? Я в Альфе был. Суд знакомый. Смотри, это Таня передала. Тут икона. Смотри, это вот наши поделки были на 9 мая. Это связь времен, Великой Отечественной, наверное, и, соответственно, современной. Это вот письма. Ну, это именно поделки. Все, детишки, это спасибо вам большое, повесить. Для нас это очень важно. Так, вот письма. Спасибо. Спасибо. Каждое письмо будет прочитано обязательно. Так, и самое главное, это огромное спасибо Павлову Андрею Васильевичу, который помог нашим ребятам, «Верю в тебя, родной», компании «Стелла», Михаил Изеевич. Мы собрали, сколько, в общей сложности 17 штук. Чемпион, а, самый главный момент, пацаны, это вам, у нас... Победа будет за нами. Зай, смотри, сейчас покажу. Разные размеры от S-ки до XL-ки. Соответственно, логотип нашего клуба. И вот мы сейчас обливались. Вот такая победа. Классно. За этого. Так, все вроде. Ну что, ребятам понравилось. Ну что, ребятам передали небольшой презент. В принципе, некоторые вещи были дорогие.
довольны остались они, конечно. Есть проблемы, которые мы постараемся решить. А именно все-таки с материальной, да, технической составляющей. Вот. Но приятно было встретить того человека, которого, так сказать, я обучал, как держать автомат. Все вот в этом духе. Он прозанимался у нас сколько, где-то месяцев 5, и вот 1,5-2 месяца назад ушел в зону СВО. В общем, сегодня такой праздник, день Ильи Пророка, самое главное, день воздушно-десантных войск. И мы передали сегодня подарок. Победа будет за нами, за ВДВ и за всех российских воинов, которые защищают нашу страну. От лица нашего подразделения, входящего в состав парашютно-десантного полка 119-го гвардейского, спасибо ребятам из спортивного клуба «Ярополк». Братцы, мы получили от вас ваши подарки, они нам очень важны. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы прислали нам такие нужные для нас аптечки, инструменты, еду, вкусняшки, особенно письма детские для наших бойцов, сети маскировочные. Ребята, очень приятно знать, что в тылу у нас есть братья, которые нас любят, которые нас помнят, которые нам помогают. Вместе мы обязательно победим.